Parlem another time? Yes. A a e e o o r r l o e i o o m a h a ka ka ga ga ma cha cha ja ja nya ta tha da dha na ta tha da dha na ba ba ma ya ra la va sha sa sa ha a ti ti u u r r lo e ai o au am pa ha ka kha ga gha ma cha cha ja ja nya ta ta No new shloka, only old shlokas. Old shlokas, yes, yes. Кто у нас в прошлый раз? Кого не было в прошлый раз? Ты готова, Крис? Меня не было тоже. Получается, Христина, Анастасия и Анатолий, да? Не было в прошлый раз. Давайте да, начнем. Я готова, но что-то надо делать с этим. Что надо делать? Покажи все 10 сразу подряд. Не-не-не, я вообще не готова, то есть совсем. О. Я готова что-нибудь делать все равно. Да, Анатолий, тогда если ты не готов, ну что могу сказать? Давай, какие подряд можешь? Я не помню, как они называются. Но если не помнишь, то я попроси уши, чтобы она напела. Давайте я начну, как бы. Да. Вот я открыла диск, да, и тут куча папок. А нету документа, где они все одновременно, эти тексты? Есть. Есть, я сейчас могу в этот скайповский чат кинуть. Давай, я тогда пойму, какие я помню. Спасибо. А на экзамене Уша будет нам напевать, или мы вот... Можно Ушу сейчас спросить как раз, Настя, спроси ее. Я не знаю, как это сформулировать. Это неправильно, как бы. Уша же напела, как бы оно все у нас есть. На экзамене как бы и так мало времени. На самом деле. Ну да. Я не представляю, как это сделать. So, Anastasia wants to know if you will sing at the exam and give the melody for them. That's what she was asking for. No, not on exam. Exam day is only like for your performance, not me. I'm not going to say a single word that day. Ну, то есть ответ нет. So, Diana was asking today in the morning, oh, can we have a non-exam day? So just let's meet without an exam. Just let's, it's time for meeting next We have many times without exam, right? So we didn't have any one exam. So many things have been complete since like last 1 year. Yeah. Didn't have any formal exam, so we need one exam. Right. Март Стюрич, я открыла документ, могу что-нибудь, первую парочку. Давай. Hello, Musha. I'm not ready yet, but I will be ready next time. He has opened the syllabus now for the first time, so she's getting ready. Right. Yes. Now I'm going to try some thing. Brahmanandam paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gaganasadrisham tattvamasyadilakshyam ekam nityam vimalamachalam
Сарватих сакши путам Пхаватитам тригунарахитам Садгурум там намами. Второй? Yes, I can try. Наджаяте мрияте ваг... No, no, I cannot. Without preparation. Nayam bhutva bhavita vana bhuyaha. That way. No, because baby was crying. Baby was telling the shloka. He's trying to tell you the tune. Yes. Ah, yes, I can sing 6-1. Shikharini. Shivak shaktya yukto yadbhavati shakta prabhavitum nache devam devo nakhalu kushalaha spanditum apim atastva maradhyam harihara virincha dibhirapim ранантум стотум ва хатхамакрита пуньях прабхавати. Упаджатихи. А, но, Шалини. Матарамо, матпитарама, чандро, братарамо, матсакара гавешаха, сарвасвамме, рама чандро, даялу, наньям дайвам, наива джане, на джане. Супер, супер. Just 1 minute, I'll be back. It's wonderful you have that. Ну, здорово. Вот и Христина открыла, значит, программу зачетную. Yes, we are. Okay, maybe somebody else. Что, Анатолий, готов? Да, в каком порядке? Подряд, что ли? Да какая разница? Ну, давайте подряд. Подождемся уши. Брамханандам парамасукадам кевалам гнянамуртим двандватитам гаганасадришам татвамасья дилакшьям экам нитьям вималамачалам Сарвади сакши бхутам хаватитам тригунарахитам садгурум там намами. Супер, no mistake at all. Как это без ошибки? Наяте мрияте ва када чиннаям бхутва Хавита вана бхуяха аджо нитьях шашватоям пурано наханьяте ханьямане шарире. Адаурама тапованабхигаманам хатвамрыгам канчанам вайдехихаранам джатаюмаранам дугривасамхашанам
Валини граханам самудра таранам ланка пурида ханам пащадравана кумха карна хананам етадхира маянам. So now at some places coming perfect, like when you said Kumbhakarna, no, Ravana, there it came perfect, okay? And Kanchanam ka dolgi, and Vaidehi hi dolgi, and then another thing, Moha, Samudra, Samudra, Mu is Kratki, Samudra, no, Samudra. Okay. Дурге смритаха расипхити машеша джантохо Твастхайх смритамати матива шубхам дадаси Даридрия дукха пхая хариника тваданья Сарво пакара караная садардра читта. Beautiful. Apart from na, it is sadardra chitta. Da dolgi, that's all. No other mistake. Sadardra chitta. Okay. Чувствуете, как у Анатолия уверенно идет? Next. Атулита баладхамам сварна шайлабха дехам дануджавана крышанум Гнянина маграганьям, сакала гунанитханам, ванарана матхишам, ракупати приябхактам, ватаджатам намами. Everything perfect except prana. There are a lot of pranas in this, okay? Except that everything is fine. Что будем делать с церебральной? Тренировать. Шивак шактя юкто ядипхавати шактах прабхавитум начедевам дево накалу кушалах спандитум апи атаства маратхям Харихара виринча дипхирапи пранантум стотум ва катхама крта пуньях прабхавати. Супер, супер. No mistake. Уланкья синдхох салилам салилам Якшо каванхим джанакат маджаяха Адаяте найвададахаланкам Намамитам пранджали ранджанеям. Very beautiful. So the джанакат маджаяха, джа долги. And then адаяте найвате is долги. Two places. Дорбхир юкта чатурбхихи спхатика мани майи макшамалам датхана хасте найке на падмам ситамапи чашукам пустакам ча парена пхаса кунден душанка спхатика мани нипха Пхасамана самана саме вагде ватеям нивасату вадане сарвада супрасанна. Amazing, amazingly cut. Excellent. I wish today it were your exam. You would get at least 98%. Осталось что-то еще? Так, дальше. Матарамо, матпитарама чандро, пхратарамо, матсакара хавешаха,
Сарвасваме Рамачандро Даялуху Наньям Дайвам Найваджане Наджане. Beautiful, no mistakes. Beautiful. Last. Намо стурамая салакшманая девяй чатасяй джанакатмаджаяй намо стурудрендра ямани лепхьо намо сту чандрарка марудганепхьяха. Beautiful, beautiful. Only now. So you have to concentrate everywhere where the ana and the ta comes. Before this, when one shloka, the ta has come. So there. Okay. Only those two places. Ana and the ta. Однажды Анатолий потерял церебральную т, в остальных случаях он потерял церебральную на. Других ошибок у него нет, кроме двух случаев неправильной долготы. Хорошо, если у всех были бы такие проблемы. Все или еще? Все, да. If it would only be for him, the whole year would not be gone in vain. Excellent. Really, what you say is 100% true. Excellent. I really feel I call all my Telugu group people and everybody I'm associated with and make a program with all of you. Let them come and listen. It's not about my teaching. It's about your spirit of learning. Those people lack it a lot. They don't even pay attention if I conduct the Uchcharana class. I'm really awed and inspired by your spirit. Like, it's not about my teaching, my knowledge or my expression. Nothing. Nothing from my side. The way you work it out to learn, to say it correctly, and you stress on that, you want to get corrected, you give place and time for me to correct you. They have to see that. I am calling my cousin also. I want Marxists to allow them. I mean, one day I'll call all of them and please allow them into this room meeting, and we'll all have such a, like, at least on the... So maybe next week a few of them? Yes, I told my cousin also, come and see how they learn, how they dedicate their, like how much they committed, how they are committed. So I really want them all. I'll give them the link and please let them in, let them come and see. Sure, sure, sure. Why not? Анатолий, великолепно, конечно. Анастасия. Ну, после Анатолия тяжело. Но ты видишь, как он учил? Он же много времени, видишь, отдал этому. То есть бесплатного легкого сыра тут нет. Ну, я какие смогу, я исполню. То, что да, ты не должен все, просто исполни те, которые хочешь, можешь. Брахманандам парамасутхадам кевалам дьянамуртим двандватитам гаганасадришам татвамасьядилакшьям экам нитьям вимарамачарам сарватхи сакшибутам Аватитам тригунараритам садгуру там намами. So melodious, very beautiful, very melodious. The jnana murti, jnana, okay? And then dri, you are saying like gagana sadrisham, the e should not come. Sadrisham, sadru, that's what, sadrisham. Okay? It should not be u or e or a, it's sadru. Ну, то есть непроизвольно, у тебя призвук все равно возникнет, но ты его не толкай больше, чем нужно. And then? Ага, все, я нашла, да. Yeah. Nityam, the tyam is going longer because of the melody. Okay, nityam, no, nityam. Okay, just stop it there, abruptly stop. And of course, ana, cerebral, that's all. Церебральную потеряла, мелодию растянула. Мелодия не значит нарушение ритмического рисунка самого чередования кратких и долгих. Ну, с церебральным у меня вообще я пока не... Ну, продемонстрируй себе церебральные. Прочитай отдельно сейчас церебральные, а отдельно зубные.
Сперва зубные, потом церебральные. Церебральные загибая язык, смотри. На. А как их здесь в тексте отличить, что это она? В тексте, в транслитерации точка под «н», а в девонагре другой знак, как сказать. Ну да. То есть точка под «н» — это всегда язык внутрь? Да, в любом из знаков. В любом, и не только «н», да, всегда точка назад. В смысле, язык назад. Пробуй, произноси. В смысле, не слова, а отдельные звуки. Ма. Нет, ма, церебральная, где там ела ма. Всего 5 знаков церебральных. Та-тха-да-дха-на. Та-тха-да-дха-на. Да. Do you accept the cerebral? No. Не приняли. Начальник, как надо, значит, Уша, then please give us a cerebral lesson. Okay, sure. Like, ana. The tongue should touch the up. No. Only the tip of the tongue. У тебя нижняя часть языка касается верхнего неба? На. Нижняя часть кончика языка. То есть я его заворачиваю и касаюсь неба. Да. На. Видишь, уши получается не то чтобы громче, но как-то более сочно. На. The resonance should come, it should vibrate and it should resonate. Смотрите, у меня ощущение, что ты не дозасовываешь язык, потому что когда ты его дозасовываешь, сразу резонирует. На. То есть он мягкого неба, что ли, касается? Ну, чуть ли не, вот да. Значит, чуточку не, Крис, оно засовывается чуть дальше. На. Don't hold it here. It should not touch. Okay, this part. No. В смысле, уши показывают, что по бокам не надо, чтобы касалось. Чтобы завернутый назад язык не касался сторон. No. Didn't she get it? I guess she did. Попробуй. Nowhere near. A little near, but not much. No. They are rising the whole tongue. Whole tongue should not rise. Only the tip. Tip should roll. No. What do you mean they are rising the whole tongue? I mean, to get the tip, they do have to raise the whole tongue. Palate. No, palate should not be touched. Like, Didi, can you show with your palm where your tongue is like this way on like sitting like. I'm telling, but where it should not touch, it is touching. No, there. You don't tell, you show, like, where is your tongue? Where is the tip of your tongue? Tip of my tongue is on the cerebral part. Here. You show it, you don't, okay, so, but it's not this way. When you show it like this, it's a straight one. You don't do it with your tongue. No. Is this and Here. So what I'm saying is, if this is the tongue, okay, and this is the mouth. Ушна правая рука – это язык. It should touch. Ушна like левая рука – это верхнее небо. But this part should not be widened. This base part of the tongue should not be widened. Okay, just go and touch like this. That's all. Not like this. It should not be spread here in this part. You cannot spread it. It's physically impossible to spread it. So. Happening like I'll tell you no. How it's spreading you what you mean is no it's no. When too much it's too much a tongue is there no. But no. It's physically impossible to do in such a melody to get that much tongue, so they don't get that much tongue anyway there. That's what I'm missing, how to tell. I can only show the sound. I can only show where to touch it. Where it is going wrong, and I'm unable to explain. Didi, can you show where physically, where is the place where the tongue touches? So
So open your jaw to the below. Okay. Open your jaw. Мы приоткрываем челюсть. No. You mean opening the jaw makes it easier to touch. You want to say that without opening the jaw, you actually cannot make it easily. No. Like I know the place. That's why I can do it with closed mouth also. No. Even with closed mouth. Уша говорит, что проще, если мы приоткрываем челюсть. No. That resonance is not coming. Why is it not coming? I'm thinking about that resonance more than the right part. Кто понимает, почему нету резонанса? Потому что, видимо, нету закрывания. Но откуда может резонировать, если просто прикрыл кончик языка? Уша говорит, нету резонирования. Короче, когда оно резонирует и языком прикасаешься к небу, то чувствуешь вибрацию. Ну попробуй, Крис, сейчас пять раз подряд. So only the ones who are telling it rightly can explain. Christina, whoever is saying it right, please explain. I'm looking at this. Martha's already told it. Okay. That it's the backside of last part of tongue. Yes. То есть, ну, Марс Юрьевич это уже сказал, получается. Попробуй, я не могу. No. Где-то меньше. Combination. Okay. Где-то меньше сантиметра от языка, меньше сантиметра вот загибается туда, то есть где-то 5-8 миллиметров загибается языка. No. Ну плюс это носовой звук, то есть мы в межбровье посылаем. Попробуй, Анастасия, подряд. Все пять церебральных подряд. Это какие? Еще раз. Ta-ta-da-dha-na is different. Ta-ta-da-dha-na. This is that. Ta-ta-da-dha-na. So same as ta. Ta-ta-da-dha-na. Ta-ta. Ta-ta-na. Na. Ta-ta-da-dha-na. Yeah, a little better. Yes. Yeah. 15% улучшение. Та-та-да-та-на. Сейчас ты просто как картавый, значит, кавказский, значит, мужик на свадьбе, значит. Ну ничего, стало уже лучше. Значит, пробуй, читай то, что помнишь. Yeah, you can try the next one. No, good boy. Наджаяте мрияте вакада чиннаям путва бхавитавана пхуя аджо нитьях сасватоям пурано нахамьяте ханимана сарире. Once again, see? Ajo nitya shashvato yam purano nahanyate hanyamane sharire shashvato yam sha, that is sha. Please tell the 3 and 4 again. Ajo nitya shashvato yam purano nahanyate hanyamane sharire. Now it's still an issue, but we will not make it an issue now. I'll give you that space in the exam also. I'll not be very strict with Sana because I am failing to explain where it comes exactly. So let us give some more time for the students, okay? So we'll not make it a big issue for now. Okay.
Адорам атапованам хигаманам хатвам ригам канчанам вайдехи харанам джатаю маранам сугрива сабхашанам вали ниграханам самудра таранам Ланка Пуридаханам Пасчатравана Кумбхакарнахананам Ихитатхирамаянам. You have taken all that. I mean, we should give separate marks for melodies also. I mean, she has taken all the melodies so rightly and we should really give that appreciation to her. Okay. Though pronunciation needs some corrections, melodies are very beautifully maintained by you. So you propose the system in advance. Anyway, we should get close to those 30 marks we had initially. We can have a different classification, but yes. The total amount should be then 30 as it was a year ago. Right. Sure. We'll do that. So the corrections in this shloka, Adau. Okay, the A is Dorgi, and then he, where is it? Vaidehi. Okay, the he should be longer. And then, ha, where is it? Samudra taranam. Yeah, vaidehi haranam. Ha is shorter. That, maybe that. That, ta, ta. Ты же понимаешь, что Уша говорит, да? Да. Mm-hmm. And then, jatayu maranam. That, ta, of course. The sound, ta, not the dirgha. And then, vali nigrahanam. I don't know if something went wrong there. Maybe knee has got longer or it did not get the letter before conjunct letter. Gra is a conjunct letter, right? So nigrahanam, the knee should be old, like there should be old there. And of course, samudra. No, not samudra, it's samudra. More short. Samudra tarana. Но получается краткие, вы должны насильственно обрубать. Иначе они будут тянуться сами. Это не то, что вы их намеренно как-то особо тянете. Они сами тянутся, кратко. That's it? Yeah, that's it. Давай, Настя. And here, she was a little uncomfortable. Here, the A, and Ya, and A. Here, Rama. There, she felt uncomfortable, but she said it right. Okay. Давай дальше, Настя. Сейчас я тогда то, что более-менее... Да, давай, потому что тебе надо приводить уже в чувство. А можно я немножко пропущу, кто-нибудь следующий, потом я присоединюсь? Хорошо. Потому что я пытаюсь вычислить, я не помню мелодию. Оксана, ты в прошлый раз много пропустила, давай то, что ты не исполняла. Сейчас. Меня слышно? Да. Я приготовила подряд 4, выучила. Давай. Угу. Намасте уж. Брахманандам парамасухадам кевалам янаму Двандватитам гагана садришам таттвамасьядилакшьям экам нитьям вималамачалам сардвадхи сакши бхутам бхавати Тригунарахитам садгурум там намами бхавати там тригунарахитам садгурум там намами. Very beautiful, very very beautiful for the melody that you have sung. Okay. I'll tell the corrections now. The most wrong part is ta.
Your ta should improve a lot. Твоя ты очень славянская. Everywhere. Like Murtim, Gandvatitam, Tatva Matyadi. То есть нельзя сказать, что ты говоришь ти. Ты ти не говоришь, но при этом у тебя очень... Я иначе как славянская не могу назвать. Okay. Другое место должно быть. Не у тебя ти-ти-ти-ти-ти. Ти, место. Надо менять место образования т. Ти, ти, ти. Давай какие-нибудь. Ти, ти. Это ти, ти. В общем, все твои ти, ти были не из того места. Ти, ти. Попробуй сейчас, не разгоняя мелодию, просто одно место с ти прочитать. Секунду, Марц Юрьевич, да. Может быть, это поможет. Оксан, когда ты про ти произносим, у нас кончик языка не прикасается к зубам. А я так, да, так и делала. Да. Ну, может быть, не делала, я не обратила на это внимание. Сейчас я обращаю, я делаю, как это, порожек такой за зубами. Да. Ты. Вот это. Ага. Вот даже сейчас у тебя получилось чересчур по-славянски. Ты. Сейчас хорошо, но до этого было очень по-русски. Два, ты там. Окей, я поняла. Отметь и поехали дальше. Это надо проработать. Это, да. Да, само это не получится. And then Brahmanandam, not Brahma. We should not say Brahma. Brahmanandam. Мы переставляем местами. Это одно из тех случаев, написано одно, читаем другое. А, поняла. Хорошо. А я и думаю, на записи я слышу одно, написано другое. Думаю, как да, это всего несколько слов, в которых переставляются звуки. А, поняла. Давай дальше. Наджаяте, мрияте, вакада, чиннаям, гутва, бхавитава, набхуя, аджонит, яхща, шватуям, Наганьяте, ганьямане, шарире. Beautiful. Everything is beautiful. Except the letter before the conjunct letter is not getting weight. Okay? То есть буква перед скоплением согласных должна получить интонационный вес. Она его не получает. In what word is it? Нитьяха, ханьяте, ханьямане. Three places. В этих трех словах, получается, тебе надо попробовать взять как бы удаление, сместить, я не знаю, может, это называется как сильная доля, то есть, в смысле, попробуй вот эти слова сейчас, возьми какую-нибудь одну строчку и именно там, где это слово, покажи, как ты можешь переразвесить веса, как бы. Скопление согласных где? Да, любое скопление согласных означает, что слог, предшествующий этому, приобретает вес. Я могу просто первую строфу спеть. Давай. Наджаяте, мрияте, вакадачиннаям, брутва, бхавитава, набхуяха. Да? Хорошо. Идем дальше. Еще? Согласны. The problem is that ajonitya, the third line. Third and fourth. Ошибка была в третьей и четвертой. Фиг с ней. Идем дальше. А, понятно. Ну, я сейчас, я себе восклицательный знак поставлю. Да. Санксипта Рамаянам Адаура Vaidehi haranam jatayu maranam sugriva sapkhashanam vali nigrahanam samudra taranam lanka puri dahanam paschatra Ха карна хана
Ramayanam Hetadhi Ramayanam. So beautiful, so beautiful, very nice. So two places, Sankshipta, it's not Sa, it's Sankshipta, Shi, okay, that. N, там N не M. Она визуально обманчива. Анушвара записана как будто бы M. Марк. На самом деле там N Николай. Поняла. Марк, это вот ша, ша. The sound ша. She said Sankshipta. А, окей. Ты сказала с Sankshipta. Ты как, значит, в Денискиных рассказах про сыска, значит, сыска, вот когда зуб выпал. Вот у Дианы выпало 4 зуба, она может произнести, значит, так, а ты не можешь. Да, я уже когда спела, я уже поняла, что я ошиблась. Да, хорошо. Okay. Еще у тебя одна, да? Сейчас. Самбхашанам, there she says сабхашанам. Ma was missed. Самбхашанам. Потерял. Получается, текст еще не отскакивает от зубов, потому что, видишь, то вставная, то теряется. Mm-hmm. Mark, she's excellently improved the na. It's unbelievable. Lot of sounds are improved, but the letter before conjunct letter wait, having wait. Understood. Complete. Твоя отстойная церебральная стала уже хорошей, но mm-hmm. твой самый основной недостаток – это отсутствие веса при скоплении согласных предшествующему слогу. Ну да, поняла. Because if she manages, I will have an offer for her. I have to see how good she becomes learning. So she's making. I see her already. I see her where you want her to be. Okay, that's why. Yes, I want her to be, but I'm still silently looking at her. I don't say nothing, just looking at her. Only those parts. I mean, the weight is not held by her. All the pronunciation is all good. The weight, if it will come, it will like add much value to our pronunciation. Right. У тебя последний еще, да? Да. Дурге смрита харасибхити машеша джатто свастхайх смрита Мати-матива шубхам дадаси, даридрия духа пхая харини катваданья, сарвопакара караная садардра читта. Beautiful, beautiful. Дурге, that same thing, the letter before conjunct letter, okay? It went a little longer also, okay? And then, Mati Mativa Shubham Dadasi, Shubham, okay, Dolgi. And then, Da, Sadardra Chitta, Da, Dolgi, okay? Three places. Okay. And here again, T went wrong. Previous T got corrected. Here again, the T where it is there, Bhiti, the T again, okay, that. То есть на один раз тебе хватило, а на второй раз внимание рассыпалось, и ты вернулась к прежнему виду. Uh-huh. Все, да, акцент? Хорошо. Да, да. Диана, выбери свой самый сильный размер. Мне один. Коротко и ясно. Один сильный размер. Марли. Enjoy the singing, not the exam. Didi. One. No. She's not ready. I know she's not ready. You don't. I know she is. Don't argue with me. No. I don't want to discourage that little young girl. I don't want to correct her. No. She's very worried. Let her give a chance. No. Давай, Диана. Мне только одно петь, да? Тебе одно. Давай уже. Тут у меня все одинаковые. Выбери один, в котором ты не сомневаешься. Я во всех сомневаюсь. Тогда наугад.
Наджаяты, мрияты, вакадачинаям, пхутва, бхавитава, напуяхам, аджунитяха, шашватуям, пурану, наханьяты, ханьяманы, шарире. Wow. Is that Diana? Is that my Diana? So nicely you have improved, yeah? Shashvatoyam, the sha should be dolg, yeah. Lot of improvement is there. You have tried wonderfully well. Твои двухчасовые ежедневные репетиции не остались незамеченными. Молодец, продолжай, не сдавайся. Не бери объемом, выбери несколько размеров, сосредоточься на них. Ира, давай. Раз ты заменяешь Анатолию, значит, давай. Один короткий размер. У нас только одна Ирина. Ирина Анатолия. А я не Ирина, а я Оксана. Анатолий, мы ее отпускаем? Оксана. А я не... Оксана, в смысле, прости. Вы хотите, чтобы Оксана что-то спела? Да, короткий размер. Она готова? Ой. Ты, а какой ты помнишь? А? Диана? А вот это? Короткий, да? Ей короткий. Да. That's Anatoly's wife, and she's always repeating after him whenever the class is. So let it be one. Wow. Welcome, welcome to the class, please. So we have Оксана. We have Оксана number one and Оксана number two. So this will be Оксана number two. Fine. Давай. Громко только. Наджаяте мрияте вакадачинаям путва бхавитавана бхуях аджонитьяха шашватоям пурано наяханьяте ханьямане шарире. Wow, wow, wow. That's unbelievable. So nice. With just hearing your, like, Anatoly, have just said it so nicely. No, less number of corrections. It's very good. It's almost perfect. Beautiful. Congrats to Anatoly, not to... Уша просто так никогда не говорит almost perfect. В ее словах всегда есть четкая градация оценок. Я из ее слов уже вычитываю всегда оценку. Поэтому просто так, ради похвалы, она никому не говорит. Если еще выучить алфавит и потренироваться, то должно как-то получаться. Да, значит, встретимся, Оксана, через год. Окей. Полина, выбери свой самый слабый размер. Алло. Неожиданно и страшно. Так и должно быть. Сейчас страшно станет всем. Окей. Адау рамата пованабха гаманам хатвам ргам канчанам вайдехи харанам джатаю маранам сугривасам хашанам вайлини граханам самудратаранам ланкапуридахананам. Лишний слог. Пашчадра ванакумбхакара наханам хьетадхирамаянам. Полина, it seems that it's понятно, not да? Good. I mean, yeah. Many mistakes are there. That's one thing, but okay. Yeah, more than that, no problem. You practice later. I won't correct you right now. Please understand that it's not that, like, she can practice and come back later. But main thing is that
when we have Sanskrit words, okay, that in the words in the shloka are one like a chunk, they are all like bits, like we should not separate in between, okay. Like ну, в общем, ты понавтыкала пауз. Дело не в том, что ты не так произнесла. Ты ошиблась много, но ты рассыпала ритм. Угу. Да, рассыпала. Ну, вы же сказали самый слабый выбрать. Я и рассыпала. Уша, please, give her the first line and let her repeat. Can we have more minutes than we have usually just to have this done right, because she needs... Because from 9 p.m. I have one parayana. Just one moment. Let me just leave a message that I am not. Yeah, please. Yeah. Okay. So. Сейчас Уша раздвинет время. Будем вставлять мозги на место. Можно попытаться. Главное, держи ритм. Плевать на мелодию. Что, Крис? Oh, I have to go. Thank you very much. Let's meet on exam. Yeah, on exam. Sure. Ты готова. Пока-пока. Полина, Уша, please, give the tune and... Yeah, so it's like, before that, let me tell, like when we say, Adau Rama Tapovanabhi Gamanam. It's all one word. Tapovanabhigamanam is one word. Okay. But how she is reading is Adau Ramata Povanabhi. So after ta, if you give space, it will mean something else. It should not be said that, like that. Okay. And like where I have put the dashes is not the standard. I have just put it for practice. It's very wrong way of putting the hyphens. That's the second thing. So please don't pause there. It's only for the convenience of reading. Okay. Значит, наличие черточек в ушиной развивке, она учебная, и не акцентируйте слишком много внимания там, не вставляйте паузы, вы этим породите новую ошибку. Это дано как подсказка, но не как инструкция к действию. То есть не надо каждое слово отдельно по слогам читать. Пробуй тогда. Didi, please give the melody. Adau Rama Tapovanabhigamanam Hatva Mridam Kanchanam Vaidehi Haranam Jatayu Maranam Sugriva Sambhashanam Vali Nigrahanam Samutra Taranam Lanka Puri Dahanam Paschadravana Kumbhakarna Hananam Yetadhiramayanam. Okay, so when I sing, I have the clarity of the words. So I never knew how it was going to you until you say it wrongly. Okay, so you should not break at wrong places. Adau Rama Tapovanabhigamanam is one word. Adau separate, Rama Tapovanabhigamanam separate, Hatva. So where there are spaces, where there are no, don't count the hyphens. Count the spaces, okay? Where there is space. Считать надо пробелы, а не тире. So if you want to stop, stop at Hatva. Like Adau Rama Tapovanabhigamanam. No stop. Hatva Mridam Kanchanam. That way you can stop after the word. Okay, at the spaces you can stop and pause, but not in between. Vaidehi Haranam, one word. Jatayu Maranam, one word. Sugriva Sambhashanam. So you cannot say Sugriva Sambhashanam. No. Okay, like that you cannot break. Полина, ты понимаешь, о чем речь? Ну да, чтобы каждое слово выделялось как слово. Давай, давай еще раз.
Адав Рамата Паван Хигананам Хатва Мргам Канчанам Вайдехихаранам Джатаю Маранам Сугрива Самхашанам Вали Ниграханам Самудратаранам Ланкапуридаханам Пашчадравана Кумхакарнахананам Хьетадхи Рамаянам. No, Полина, there are a lot of mistakes. I don't know why today it's not coming. Сегодня не твой звездный день. Не будем разбирать все, потому что очень много всего. Сколько ты... Ты повторяешь размеры? Maybe this is the wrong... Повторяла, но на этой неделе мало. На следующей неделе у меня будет больше возможностей, я буду больше повторять. Хорошо. Мой вам совет. Запишите то, что вы делаете. Мы сейчас на занятии не успеем все. Все, что можете, запишите на неделе, присылайте в Телеграме. Буду просить Ушу. Понятно? Yes, okay. Записывайте. Чем раньше запишете, тем больше у вас шансов, что вас прослушают. Когда вы в пятницу проснетесь, вас уже никто слушать не будет. Хорошо? Да. Оля Бахолдина, что у тебя самое плохое? Ничего. I can sing anyone you like. Anyone, Didi, anyone you choose. Now finally we get someone. Wow, challenging, very good. So Shiva Shaktiya Yukto. Okay. Shiva Shaktiya Yukto. Yadi Bhavati Shakti. Прабхавитум на чедевам дево на халу кушалах спандитумапи атаства марадьям харихара виринча дибхирапи пранантум стотум ва катхамакрита пумьях прабхавати. Very beautiful. That's really beautiful. No correction. Only one suggestion. Shiva Shaktya Yukto. At the Shaktya and at the Yukto, a little more hold will make it beautiful. Okay? So it's getting elongated. Like Shiva Shaktya Yukto. No. Like melody will take it right. Like melody will make everything right. But we see the pronunciation, right? So that's why Shaktya, a little more hold and tightness there will help you. This only Sunday. Okay. Mm-hmm. Thank you. Thank you. Лариса. Okay. Намасте. Намасте. Так, и что? Выбери одно. Так. Ну, сейчас мы что-нибудь. А пусть это будет. Шива Шакти, Шактия Юкто, Ядибхавати Шакта. Сейчас еще раз ломаю. Шива Шактия Юкто, Ядибхавати Шакта. Так, сейчас, что okay, такое? Нет, все нормально. Шакта, практикуйте. Шива Шактия Юкто, Яди Бхавати Шакта Прабхавитум. Наче девам дево, на халу кушалах. Что такое? Спандитумапи. Атаства маратьях.
Hari Harava, Hari Haravi, Virit, Virincha, Da, Hirapati, Pranan, Tum, Sto, Tum, Va, Kathama, Krita, Punya, Prabhavati. Все было. Okay. So she forgot the words. Looking at the words. Все было хорошо. Датта, especially датти. Okay, the шахтия, аюкто, бхавати, датти. Датта sound is... Especially, high time should get it corrected by now, okay. В общем, твоя ты не понравилась, твоя та тоже. Можно еще что-нибудь? Что-то можно реабилитировать? Давай, реабилитируйся, только не застревай, в смысле, не ошибайся. Хорошо. Брахмананда парамасукхадам кевалам джнанамуртим двандватитам гаганасадриштам Атвамасьядилакшьям, Экам нитьям вималам ачалам, Саравапхих сапшипхутам, Бхавататитум тригунарахитам, Садгурум там намами. Beautiful, nice. But Brahmananda, not ha. Okay, Brahma, no. Brahma. 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 Yeah. Все было хорошо. Что ж такое там? Was much better. Yeah. That's it? Yeah. Good. So, Larissa, two things. One is the na is good. Okay, it's not bad, but the weight where it should fall is not falling. The because I don't know, you get mistaken with some words which are like tough. At some places you get stuck up, right? So you say it slower or do something such that you can say it in a flow. Okay, so that's one. Ну замедляйся, потому что в сложных словах тех, которых, собственно, и можно ошибиться, не ошибаешься. Замедляйся, не гонись за скоростью. Yeah. Yeah. A little more ease and comfort and bold. Three things are important. Okay. То есть, значит, про общее произношение замечаний нету. Твои церебральные устраивают уши. Но ты так же, как и Оксана, не держишь, получается, не утяжеляешь слог, предшествующий скоплению согласных. I don't want to discourage you, but practice a little more, okay? That's the only thing I'm saying. More practice is needed. Сколько на неделю упражнялись, Лариса? На неделе немного, сегодня почти часа два. Диана у нас упражняется 2 часа в день. Значит, теперь надо больше. Надо сделать хорошо. Иначе зачем? Ну да. Варна Малатайна.
Cha-cha-ja-ja-nya. Ta-ta-da-da-na. Ta-ta-da-da-na. Pa-pa-va-bha-ma. Ya-ra-la-va-ja-sa-ta. Я предлагаю, Диди, I propose, so we start next time earlier. Right. At least half an hour, maybe even more. Can you do it earlier? Yeah, of course I can, yes. Значит, я предлагаю в следующий раз начать раньше все эти зачетные дела. Дело в том, что, значит, с 5 до 6, предположительно, может Эдгар. Соответственно, как минимум на полчаса раньше. На самом деле, может быть, если мы сдвинем не на пол шестого, а, например, на 4 часа. Можете в следующий раз в 4 по Москве на 1.5 часа раньше? Я могу. Я тоже могу. Иди, let's have the exam for 1.5 hour earlier. Okay, 1.5 hour? 1.5 hour. Can you? Yes, I can. Okay, great. I will announce for everybody else. Значит, это получается у нас 4, 16.00 в следующий раз. Ориентир. Я надеюсь, что мы в час уложимся. Значит, можно приходить на 10 минут раньше, но нельзя приходить на 5 минут позже. Ваша задержка на 5 минут может рассыпать все наши планы. Поэтому вы можете прийти раньше, но вы не можете опоздать. В 16.00, если кто придет в 16.01, мы его уже не пускаем. Я прошу вас, потому что я буду просить, в общем, экзаменационную комиссию. Соответственно, мне нужен четкий ориентир. Хорошо? Значит, мой вам совет. Сегодня или завтра запишите и выложите в Телеграме свои творения бессмертные. Будет возможность, Уша посмотрит. Это относится ко всем. Хорошо? И, наверное, единая дорожка. Наверное, 10 дорожек нет смысла, единая дорожка. Хорошо? Договорились? В следующий раз не опаздывайте к 4 часам. Нарядные, с шарфами, значит, с прическами. Хорошо? Все, до свидания. Thank you. Thank you. Bye-bye. Namaste. Namaste.